Рим. Блин, в Рим тоже хочется. Евротур какой-нибудь. Да, Евротур. У меня, кстати, мог быть Евротур, если бы я просто, блядь, нахуй послал конвоиров в аэропорту в Белгороде, блядь, которые мой покербанк в заложники взяли и сказали, если ты, блядь, пойдешь дальше, мы его, типа, блядь, забираем себе. Если ты хочешь его, забирай его, но ты не идешь дальше. А в Блаблакаре, с Сербии, как раз Белграда, ехал тип в Москву. Ну, приезжали там, ну, блядь, нормально так. 4-5 страны где-то приезжали. Какой-то жирик. Жвачка. Ты такую не знаешь. Опа! Что, туалет работает? Оп! Здрасте, здрасте. Оп! Никого не зацепил? Я прорываюсь буквально. Прорывом большим. Пиздец. Где-то полторашка, let's go, пойдем. Едем на автобусе, нифига не заплатили за проезд. Это что-то вроде... Потому что нет никакой мелочи. Нет. Водителю тоже не подойти. Там все перекрыто. Лента. И лич. Кирлозы, что делать? Едем бесплатно. Ну, на две ступени ниже, но все равно.
сидят, кушают морепродукты. Одна какая-то сволочь там дудонит. В истории. Что за я, блядь, ты че? Начни разбираться. Потом Total War? Нет, я не играл. Некогда было, занят был. Куда, на стулья для себя? Или ты так? Да нет, для себя. И все. Ну, может быть, где-то там засуну чуть-чуть и все. Кончики. И вывод труп. Так, ну, чисто. Сгудис. Возьму вилку. Охуенно. Много бутербургеров. Да уж. Толстый. Салат. Куриные бургеры, да, всякие. Унион. Нет, но где ты заносишь, где ты нет. Экстра чист.